Нет, а почему лично? Замечательно. Вам такой стиль нравится, не нравится, понятен, непонятен, цепляет, не цепляет? Он цепляет разнообразностью. Цепляет палитрой своей. Цепляет выражениями лиц. Но вообще в целом очень интересно. На самом деле Дмитрий очень, как по мне, очень интересный. Ну не то чтобы из детства, ну не знаю, это что-то какое-то все-таки взрослое детство какое-то. Детство оно было такое какое-то, а здесь со смыслом. Ну в общем интересно. Меня цепляет таким вот вообще, ну, неподражаемым настроением, которое и какой-то атмосферой такой вот сказочной, наверное, немножко, очень яркой. Но вот этой яркости, живости, мне кажется, так не хватает. Ну, по крайней мере, не знаю, на меня эти картины вот действуют настолько позитивно, у меня настолько улучшается настроение, вот, я не знаю, даже самочувствие, наверное, вот самоощущение, что в этой жизни есть место и сказке, и чуду, и ярким краскам. Я ощущаю, что тут есть что-то такое интересное, живое. Да, но все-таки это не совсем... Мой стиль именно в графике, не в то, что в цвете. Цвет я такой люблю, яркий, жизнерадостный. Графика, я приучен к более классической картинке. Но опять же, повторюсь, это все не раздражает, а это интересно рассматривать. Городотів ліс. Миколаївщина. Ми ж розуміємо, що ця територія, як вона називалася, де вона була і хто там жив. Ті самі символічні створіння, ті самі кентаври. І я хотів би сказати ще більше. Молдованов маркує цей проєкт в тої території, в тої історії. Історії, якої не було, наприклад. Але яка різниця, вона вже є. Вона вже написана. І я кажу, що наступний крок, напевно, буде ще жорсткіше. Рано чи пізно він дійде до ілюстрування головної книги. Це дійсно місце, яке знаходиться вот на Кіборгській косі. Вот це ліс, який там був завжди, старий. Ну, там ж ліс насаджений, а це старий ліс, який там був завжди, і о ньому писав ще Геродот. Таке чудесне місце, ну, болото, із болота, як ліса мангрові, вот, ну, корни такие выходят, деревья, лианы. Мистическое место, что-то кажется, что где-то откуда-то или крокодил вылезет, или какое-то это чудовище вообще, там, Нэнси какой-то, не знаю, там, дракон какой-то. Ну, вылезло вот здесь вот на полотно. А это вот, это комары. То есть там комары-звери буквально. Вот, вот я их так изобразил, как зверей. Вот это тоже комар? Это комар, конечно. Это очень большой комар. Да, да. Ну, так они так кусают, что просто звери. Ну, я учился у мастеров. У таких великих мастеров, как Перос Манашвили, Андре Руссо. В Грековское училище Одесское поступил, но его не закончил, меня выгнали. Вот. А писал еще с детства наив. И вернулся в детство просто. Ну, у нас школа была художественная, Николай видел. И там был особенный подход это, к детскому творчеству. Мы работали на больших форматах, гуашью. И поэтому оттуда оно все, ноги растут оттуда. То есть у меня цветоощущение то еще. Оно как у меня воспиталось вот тогда, оно вот на этом я и работал. Зараз назвати... Назвати те, що робить Молдованов наївним мистецтвом, було би трошечки брехнею. Це сучасне мистецтво під великим тиском маси впливів, маси від латиноамериканського мистецтва, від наївного мистецтва, від Анрі Руссо, від народного мистецтва України. Звісно, під величезним впливом середовища, бо середовище, миколаївське середовище, воно вплинуло на нього, але він лишився собою під тим впливом. Тому хто такий Молдованов? Це справжній художник,
який відділився від напрямку «Новий Наїв» і створив свій напрямок.